Ах ты, Лера, овца, конечно. Просто тот поступок в прошлой серии, я считаю, Лера, это не по-сестрински. Вот как ты могла со мной так поступить? Скажи мне, пожалуйста. Ты взяла просто и так подло со мной поступила? Это же не поступок овцы, Лера. Скажи мне, пожалуйста. За что? Вот объясни просто мне. Зачем? Зачем ты это сделала? У тебя слов даже нет, ты сказать не можешь, да? Вот у меня такой же вопрос. Может, ты скажешь что-то в свое оправдание, а, Лерочка? Давай скажи. В предыдущей же серии ты сказала то, что... Ой, как я ненавижу картошку. Может, ты сейчас как-то оправдаешься, Лера? Давай, включи микрофон. Тебя все в комментариях просили. Я не буду разговаривать, ага. А ты вообще читала комментарии под предыдущей серией? Когда там 10 тысяч комментариев и все люди просили, чтобы ты разговаривала, а? Ну так может ты послушаешься всех людей и наконец-то начнешь разговаривать в каждой серии? Я заговорю, когда будет 8 миллионов подписисков на канале. Ты, картошка, посмотри на нее! Она еще терроризирует нас! Она говорит, только тогда, когда 8 миллионов подписчиков на канале будет, она начнет гореть. Вот, картошка, как бы ты ее назвала, а? Овца. Поняла, Лера? Понял. Вот нет, ты, конечно, можешь ответить в микрофоне и назвать картошку как-то в ответ. Ну или корова. Ты это слышала, картошка? Лера, твои аргументы. Вот именно, Лера, я ничего не слышала. То, что ты пишешь в чате, я это не вижу. Я не слышу, Лера, как ты меня обзываешь. Это мелочные какие-то оскорбления. Вот да! Вот когда 8 миллионов подписчиков наберется, хоть завтра. Вот если наберется, Лера, обещаю, что ты заговоришь. Песенку нам здесь поешь. Картошка, напоследок, можешь ее еще раз как-то назвать, и мы начинаем первую игру. Давай. Курица. Справедливо, Лера! Справедливо. Не надо вот это убивать своих родных почти сестер. Давайте. Первый раунд. Ага. Не, ну как бы, а чё получается-то? Ну, хватит! Хватит получается! Я же в предыдущей серии... Банан на каждую серию эпилепсия, честное слово. Я же в предыдущей серии 2 раза подряд был убийцей и 2 раза подряд выиграл. Ну, надо меру знать, надо кому-то другому уступать, чтобы он тоже немного убийцей побыл. Да и тем более, Кости сегодня нет. Кого мне как бы убивать? Вместо Кости сегодня банан... Господи, это что такое? Это я первый раз здесь вообще в таком вот задании нахожусь. Это что здесь делать-то надо, а? Блок такой надо найти, и на него вот это рычаг поставить. Так это просто, так это все просто. Ага, свет-то уже выключили. Мия вот это без меня убежала в эту комнату. Пустить меня, пожалуйста, вот сюда. Кости сегодня нет, кто меня крысой-то будет называть, получается, а? Картошка и сзади банан. Банан вернулся в этой серии, значит... Есть на кого опять сваливать всю вину. Господи, это что за задание? Такое ощущение, что я первый раз в жизни это вообще их прохожу. В этот сундук. И в этот сундук. И в этот сундук. Алмаз. И в этот сундук у нас получается косточку. Так, Стасик, ты вообще... Ай! В дверь застрял! Дверь застрял и труп нашли. Короче, у меня подозрение на Дашу, потому что вот сейчас умерла Мия, потому что она заходила, короче, в комнату, где была Мия. Вот, все, это мое предположение. Карась, ты вообще козел. Ты чё? Меня ты... не было с Мией. Чё ты меня обзываешь, а? Совсем офигел? Я вообще Мию не видела за всю подождите, эту игру. Подождите. У картошки одна Лера сегодня вот эта курица. Карась, у нее козел. А может, ты прекратишь сегодня всех оскорблять? Может, ты меня еще как-то оскорбишь, картошка? Крыса. Чё Токсик. Ты чё сейчас сказала? Она меня крысой назвала. Грызусь за картошку. Ты офигела вообще. Ага. Если ты думаешь, что Кости сегодня нет, то ты меня можешь крысой назвать. Ты это ошибаешься, картошка. Нифига себе, все офигели просто здесь. Ходят, оскорбляют друг друга. Отомчик, иди отсюда. Один у кого-то крыса, другой у кого-то курица, третий у кого-то кто, как она, козел. Амочка здесь, а это кто? Это Лера. Синяя это у нас Лера.
А сейчас мое любимое местечко Евпатий Калаврати просто. Да я хотел пойти и в камеры зайти, посмотреть, кто там где бегает. Но не успел я туда прийти, уже свет вырубили. Так, бежим на камеры и смотрим, не кокнул ли кто-то кого-то, пока эти камеры были выключены. Банан! Из люка! Это же он из люка! Так! Да! Это он из люка просто! Вот это вылез у меня на глазах! И трупачелло просто валяется у меня перед глазами! Так! Это херейт, пишет Лерочка. Ты погоди, моя дорогая. В первую очередь, банан у меня выпрыгнул на глазах из люка. Это было возле лавы, сразу после того, как включили свет. Я увидела его по камерам. И я увидела его в джунглях, как вылез он из люка. А, ну вот, тогда уже два человека подтверждают то, что банан 100% хладнокровный убийца. Банан, тебе не стыдно? Здесь в какую ляпе уже? Кого? Банан убийца, что он там пердит? Я не знаю. Так, голосуем за бананчика. Ага, все, давай, до свидания. Свет вырубили. Так, а Лера же сказала, что это херейт. Она что-то там увидела, что он там кого-то где-то там что-то кокнул. И если мы сейчас сможем хотя бы немного выжить, здесь дверь закрыта, тогда может сразу пойти и сразу начать вот это экстренное совещание, сразу проголосовать за херейта получается? Банан же всегда предатель, банана кокнули! Так, у меня экстренное совещание. Херейт же серый? Серый, да? Ну, а херейт же умер. А херейт же только что пробежал мимо меня, а сейчас его уже нет, он кокнулся. Тогда это кто-то из вас, и вы понимаете то, что если мы сейчас сделаем неправильный выбор, то тогда предатели победят. Ну, я видела Отомчика, когда мы чинили с ним саботаж со светом. И больше с нами рядом никого не было. А вот Лера в чате пишет, значит, это Отомчики. Ибо мы шли, там был труп, и Бабая, и это Артём, я жопой клянусь. Это Отомчики. Это не я, и я пришел уже, когда там уже был труп, тихий рейд. А вот подождите! В предыдущем раунде ты гнала на херейта, херейт умер. В этом раунде ты гонишь на Отомчика. Отомчик, давай мы с тобой на всякий случай проголосуем за Лерочку. Она что-то на всех опять гонит. И то, что ты жопой клянешься, это ни о чем не говорит. До свидания, Лерочка. Жопой ты клянулась, а и ты оказалась предательницей. Картошка, назови ее как-то, пожалуйста, со всей силы. Лера, ты коза. Когда ты жопой клянешься, это жестко. Это жестко, картошка, но это правда. Даша бык. А ты коза. Вот это не мои слова, это слова картошки. Все, давайте. Второй раунд. Горечи, токсик. Вот. Именно вот этого я и ждал. Миечка. Миечка на самом деле очень хороший убийца. Прям очень-очень хороший. Я, кстати, на самом начале могу просто вот так включить свет и сразу кого-то запердохать. Кто это был, я даже не знаю. И меня даже никто не увидит, потому что свет-то выключен. Я побегу просто вот сюда. Сюда побежала только одна Мия. Закроюсь опять сральники. Господи, мое самое любимое место. Еще раз один выключу свет. Если сейчас кто-то пойдет его чинить с этой стороны, пошла Мия, здесь валяется труп, поэтому оббежим вот сюда, чтобы меня не заподозрили. И если кто-то будет находиться в этой комнате, то я его тоже запердохаю. Ага. Опять эти чупакабры непонятные. Жалко, конечно, что они вдвоем сюда пришли. Если бы здесь была Мия, мы бы сразу двоих бы кок... А вот и Мия! Так, ну пошли, давай, заходим. Дезинфекцию все, заходим. Дезинфекцию еще. Сейчас я выключу свет. Мия! Пердак! Две трубы!
Крупачеллы просто водой дезинфекции, Мия отлично сработала. А труп... труп нашли там, когда еще кого-то на улице запердохал. Ну ладно. Короче, я на 1000000% уверен, что это Даша. Все время бегает туда-сюда, бегает туда-сюда. И просто там, где все время она бегает, трупы появляются. Ну вот как это не она? Ну вот объясните мне, а? То есть в каждой игре ты меня винишь, да? И в итоге это оказываюсь не я. Я? А ну в прошлой игре это же тоже не я был, слушай. Я вот смотрю твои глаза и просто вижу, там написано черному по белому «Импостер». Там белого даже нету. Он весь черный, у него нет белого. Ну слушай, что между вами происходит, я не знаю. Почему вы друг друга оскорбляете? Ну, мне почему-то кажется, это или карась, или картошка. Они что-то друг друга как-то слишком оскорбляют, а? Да это Даша, и все, просто вот за нее. Вот меня банан поддерживает. Вот правильно банан. Ладно, следите, пожалуйста, за картошкой. Аккуратно. И за бананом тоже. Он ненормальный какой-то в последнее время. У тебя там все с психикой нормально, не? Пойду сейчас в камеры, подожду, пока картошка... Ай, ядрить ты колотить! Ну, карась, ну, взрысни, да, ну, чё вы там вместе-то бегаете, а? Идите отсюда! И Отомчик убежал, ну, и дрыть ты колотить, я хотел запердохать. Так, ладно, давайте посмотрим, может, Мия кого-то сейчас запердохает. Картошка гонится за карасем. Карась убегает от картошки. Картошка опять гонится за карасем. Картошке 100% карась почему-то не нравится. Карась опять убегает от картошки, картошка опять бежит за карасем туда, куда побежала Мия. А вот это вот хорошая идея для того, чтобы мы с Мией опять кокнули двоих людей в одном месте. Отвлечем пока банана и кого-то другого, чтобы они, допустим, пошли чинить реактор. Пошли чинить отвлекающий маневр, а я пока побегу за картошкой за Мией. Ага, Миечка. А картошка с карасем... Давай их просто что ли запердохаем, вот и все. У вас там как отношения в порядке, картошка и карась? В порядке, слушай. Все замечательно. Ты подожди, ни один нормальный человек, который мирный житель, он не будет бегать за другим человеком, при этом вот так вот тыкать, 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 вот так вот. То есть то, что ты самое делал, а ты на себя не подозреваешь. Я не бегаю за людьми и не тыкаю их вот так вот. Ты за мной бегал вот так вот. За тобой, я наоборот от тебя убегал, это ты как какая-то маньячка да бегаешь за мной. Ты... Да сам ты маньячка. А зачем ты так за мной бегаешь? Может, пытаюсь в туалете нормально закрыться? Банан, да-да-да, успокой их всех, пожалуйста, успокой, банан. Против. Все, спасибо, спасибо, все, после этого все успокоились. Вот видишь, банан тоже возмущается. Нормально. Мои дела. Почему я не возмущаюсь? Аллилуйя! Третий раунд! Это была первой. Ну, в одной игре затащили, как бы надо и меру знать. Сейчас будем выяснять, кто из этих всех убийца. Так, Стасик, выполняй задание. Я тоже сейчас что-то выполню. Опа, вот сразу два задания. Мия выполняет рядом. И я сразу же вот здесь. Вот так вот. Так быстро. Самое главное, быстро, Мия. Чем быстрее выполним, тем быстрее победим. О-о-о! Свет вырубили, но я выполню это задание. И Мия сейчас видит то, что я 100% не убийца. Стасик пропердасик, ага, и отсюда кто у нас выйдет? Хэрейдушка, здравствуйте, здравствуйте. Ага, опять отсюда кто-то выйдет, ага, карасёсечка, ага. Да, японский этот вертолет! Да вы меня пустите уже в эту комнату или нет? Все, спасибо. Ага, свет вырубили, ну ладно.
Я пока выполню вот это задание. Просто скачиваем файлы, скачиваем файлы. Ага. Картошечка туда побежала, банан сюда прибежал, и трупак уже кто-то нашел. Я там где-то шел, там где-то какой-то труп был, люк рядом, там что-то было, не помню что, угол был, и все. Ты заткнись вообще, банан. Ты скажи, ты хоть где труп нашел, какой угол? Там, где какая-то лаборатория или что там было. В лаборатории? Где? Возле сральника в лаборатории или где-то возле библиотеки? На улице. А где, рядом с чем? Ну, там как-то холодно было, еще тянуло каким-то воздухом. Ты что, адекватный человек или нет? Ты мне скажи, где ты труп нашел? В какой части карты? Ну, где-то посередине там. Бесполезный, просто господи, кто-то еще где-то труп видел или что? Я вот, конечно, не видел труп, но вот видите эту особу, снова на меня тыкают, вот снова вот. Это ты! А почему же я? Давай! Ну потому что ты странный. Ну а странный? Да ты себя видела! Это ты меня еще страшный назвал? Ах ты козел, Коля, я тебя не ожидала никогда так. Я тебя не страшный, я странный называл. Тетеря, ты глухая. Девочки, успокойтесь, пожалуйста. Это мы маньяка здесь ищем. Отношения потом выясните, господи. Это и есть поиск маньяка. Впервые я в жизни согласен с бананом, да, Карась? Выполним задание, пока там свет выключили. Ага, я говорю, это дурдом какой-то, майнкрафтовский дурдом просто происходит у меня сегодня в серии. Так, вы, пожалуйста, дайте мне выполнить задание, вот просто, и чтобы эту игру закончили прямо сейчас. Я вас всех умоляю, опять труп! Ну, давайте! Ну, там где-то спавн, там, где мы зарождаемся, и потом куда-то да идем. Да ты задрал, я тебе скажу. Кто-то более адекватный будет находить трупы, вот он же нифига понятного не объясняет. Ты где труп нашел, скажи? Ну, где-то там, где мы рождаемся, там... Где? Где? В роддоме, что ли, он ты труп нашел? Скажите, кто-то вместо него, кто-то видел труп, а? Я вот подозрительно считаю вот эту особу, Дашу, вот, да? Которая вот, повторюсь, глухая тетеря, да? Сам ты такая. Пожалуйста, я вас умоляю, давайте мы просто пропустим. Давайте, уже просто пропускайте, пожалуйста. Я останусь при своем мнении. И призываю вас, прислушайтесь. За тобой трупы падают, а не за мной. Да вокруг тебя одни трупы, да и появляются. Микрофоны вырубите! Просто выполняйте задание. Пожалуйста! Это все, что я от вас прошу. Просто выполните, пожалуйста, задание. И все. Даже уже не важно, кто убийца. Просто выполните задание. А я пока посмотрю через камеры. Вдруг я кого-то здесь смогу спалить. Здесь картошка туда побежала. Здесь вообще ничего. Здесь вот картошка что-то бежит. Одна бегает. Здесь никого нет, и здесь никого нет. Слушай, на камерах вообще нифига интересно. Так как? И карась убежал! И карась убежал! Карасёсечек, пипёсечек, ты мне ничего сказать не хочешь? В смысле, что я тебе могу сказать? Я могу сказать то, что вот, я буду доказывать свою точку зрения. Да ты успокойся со своей картошкой. Подождите, слушайте. Мы как бы не можем сейчас допустить ошибку, потому что нас 5 человек осталось. Я был в камерах. Выбежал из камеры, кокнули ненормального отомчика. И потом краешком глаза я увидел то, что карась побежал в ту сторону, где находится комната с джунглями. То есть он 100% пробежал мимо трупа. Поэтому я просто уверен на 100%, что это карась один из убийц.
В смысле, это я? Да это вообще она все время ошивается там рядом с тобой, бегает туда-сюда, да и вокруг нее, как я говорил, уже трупы появляются, так что вот это она все. Хватит всю вину спихивать на картошку, она 100% не убийца! Ты пробежал мимо трупа и даже его не зарепортил! Все, голосуем за карася, я отвечаю то, что карась убийца. Ага, вот, да, так я тебе и поверил, карась. То, что карась был убийцей, я уверен на все 100%. А вот кто второй убийца, я не знаю. Карась очень Ага! Банан может? А может Стасик? А может вот та вот чупакабра, на которую постоянно валил Ты чё издеваешься? Так это чё, отвлекающий маневр был всю эту игру? Они на друг друга валили всю вину, вот этот карась с картошкой, они вдвоем же были убийцы собаки! Не-н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 е. Я не могу позволить, чтобы они сейчас затащили. Это слишком коварный какой-то план. Поэтому сейчас как можно скорее нужно вот эти все задания Картошка и карась. Вот скажи. Вам вообще вдвоим не стыдно за такое, а? Да нет, нормально как-то. Не, нормально. А то, что вы сейчас срались всю игру, это нормально? Да. Ну, абсолютно, да, все хорошо. Вы все как эти, как ящерицы, повелись на хвостик, и все. Так подожди. Раз, два, подожди. Вы реально срались или это часть плана была? Ну... Коля, конечно, дурак, да, но это все-таки была часть плана. Сама ты странная. Ты что, меня опять страшной назвал? Я опять, что ли, глухая? Да сам ты глухой. Да если я говорю странно, а тебе страшно. И когда ты вообще без меня не выиграл. Тебя да, слили, ты слился как лох. Я как лох слился? Да ты вообще что-то так... А тут-то это... Я вообще всех ша-ша-ша на себя вину перекладывал, а ты вот как мышечка в стороночке стояла. Проделай мне окно, хорошо? Нет, ну подожди, знаешь, я убила, получается, Эда, самого главного. А ты чего добился с ним? Я его в конце убила, и только когда он один был, и все. Ты только вон двоих убила. Ты вообще просто вот... Ты протри свои очки. Всё. Очки свои протри и посмотри мне в глаза. Да у тебя очки какие-то неправильные, нифига не видишь. Да чё ты? Да потому что они у тебя какие-то пыльные. Ты не видишь ничего, что происходит. Вернулись, походу. Это у тебя. Ты вообще... Как ты смеешь девушек оскорблять? Тебе не стыдно? Видно? А как ты смеешь лгать, все на меня доносить, говорить, какой я плохой? У тебя просто вообще реально уши в трубочку и все. У меня на... Что? Ты что-то вообще против моих ушей имеешь? Ну если ты ничего не слышишь, то конечно. У меня нормальные уши. Нормальные у тебя уши. Да в смысле ненормальные? Да это... Носом. Ты вообще, ты норм... Ты как ты смеешь?